asked the Russian officer what his men were doing. No comment, he answered. The Georgian people know we're here. A couple of soldiers, edgy and smelling of alcohol, had fallen behind and approached us. We've not been ordered to take Tbilisi, they told me. Russia doesn't want a war. We were forced to send our troops here, they said. А тут плачет вообще, да? Кто тоже с Новороссийска? Кто вообще? Татарин, крестьянин? Ты кто вообще? Глаза смотри. Крестьянин? Православный. Веришь в Бога? А он не верит. Ну и сука ты, ёпта твою, блядь. Чё, видиков захотел? Плазменных телевизоров, да, сука? Идиот ты, ёпта твою, мать. И мать твоя идиотка, ебью, мать. Чё такое хуя родила? Кто? Тарасов, блядь, Тун. А Медведев? Такой же, блядь, гандон, блядь. Гандон, его маму я ебал, да? Его маму ебал, блядь, жену его ебал. Еще? Всех я ебал, блядь. Всех русских, да? Нахуй с оружием стоите, блядь. Голос поднимай, не слышно. Зачем я тут сижу, зачем они с оружием стоят? Всего же можно избежать, обойти, решить. Ты, сука, сейчас первый раз задаешь этот вопрос себе, а? Я не правитель. Кто такой Путин? Тарасов. Какой? Самый большой, да? А какой? Большой, блядь. Гандон, блядь. Вы можете назвать те российские части, которые стояли в Чечне, которые занимались массовым убийством чеченского населения? Могу назвать. Но прошу вас назвать. Это военная часть Ханталы, ВВшники. Вот. Они их до сих пор там ненавидят, их бьют тоже там, да. Они когда выезжают на боевую задачу, да, они мирных жителей насилуют, бьют детей, стариков, никого не жалеют, поэтому их до сих пор убивают. Вот. Постоянно они попадают на инженерные разведки дорог под обстрелы. Нас 70-й полк и 71-й полк не трогают, потому что мы пехота. Вот. А кто носит тельняшки, тех убивают. Потому что они занимаются беспределом на территории Чеченской Республики. В 2007 году я призвался, да. Стоял в Хатунях, стоял в Бамуте. Вот. Ну, в беспределах я не принимал участия. Вот. Потом в 12 часов дня, ни с того ни с сего, просто все занимались обычной жизнедеятельностью, ну как вот полк занимается. В 12 часов дня приказ командира полка всем по боевой готовности выдвинуться. Вот. На учение, как он нам объяснил, это учение. Вот. Мы выехали с полка. Трое суток не спали, двигались сюда. Вот. Проехали горы,